два корешка упились в хлам. Сейчас оба создал. Один вообще в ноль. Рассказывал? Один вообще в ноль, полный. Единственное, что может, это стоять около стенки. Тот, который вообще просто трусы полные. Вот стоит все, и все, так руки висят, ничего не работает. А второй вот настолько трезвее его, и в него плечом уперся. То есть этот стоит, этот в него плечом уперся. И вот они вдвоем стоят. Стоят вдвоем. И тот, который у стенки, ему захотелось по-маленькому. Ну вот он позывы чувствует, а и район знает, а руки не работают. Он, то есть действовать предпринять не может. И он стоит: брат, помоги мне, пожалуйста, выминуть. Ну, достать, помоги, потому что сам не может. Выминуть. Который плечом стоит. Братан, для тебя все, что хочешь. Все, что хочешь. Причем упертый тот район знает, да, откуда доставать. И туда, значит. Ну и что-то влазил, что-то копался, ничего не может. Карман. Залез в карман. А в кармане от закуси, когда уходили, там с собой брали. А урец остался. Просто этот урец. Да. Братан, ты мне простигаешь? Да я тебе его оторвал. Во-во, я и чувствую, как по ногам кровь хлещет.